И один из моих любимых вопросов. Вот смотри, миллион долларов, да, вот люди постоянно про деньги, про деньги, про деньги. Ну, сказали люди, которые часто проговорили про деньги. Да. Окей. Вся Москва про деньги, весь мир про деньги, не хватает денег, нужно работать и так далее, да. Право не думать о деньгах, нужно заработать. Нужно заработать. Опять же, есть две такие мегасферы жизни. Первое – это здоровье, фундаментальное, о которой практически никто не думает. Второе – это отношения. Отношения. О которых тоже никто не думает, да, толком. Но люди говорят про деньги. У них уже фиговое здоровье. Многие там помрут, если не будут следить за своим здоровьем, либо просто не смогут. Ну и запущенная личная жизнь, отношения с детьми, с родителями. Общаться не умеют, друзей нет, партнеров нету, соответственно. Ну, либо качество партнеров и друзей, да, нежелательное. И при этом они деньги, 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 дайте деньги. Почему же так происходит? Понятно, потому что у нас с деньгами, деньги – фактор выживания. У нас с деньгами психологическая связь на уровне «не будет денег, я сдохну». Да. А не будет жены – не сдохнешь, не будет детей – не сдохнешь, не будет здоровья – не сдохнешь, больной, но живой. А вот не будет денег, просто физически сдохнешь. У нас ассоциация денег, у нас деньги ассоциируются с жизнью. Здоровье с жизнью не ассоциируется. Они ассоциируются с качеством жизни. Да. Да? Но когда на весах качество жизни и жизнь вообще, жизнь перевешивает. Поэтому люди, в доминанте деньги, даже когда у них запущена личная жизнь и здоровье. Ну, моя позиция, нужно быстро научиться зарабатывать деньги с тем, чтобы к тому времени, когда твое здоровье просто в силу возрастного фактора уже будет под угрозой, что ты мог не думать о деньгах, а мог тратить их на поддержание здоровья. Точно так же нужно заработать деньги так быстро, чтобы к тому моменту, когда у тебя появятся серьезные отношения, планы создать семью и так далее, чтобы у тебя к тому времени были финансовые возможности, чтобы ты этим не заморачивался. А дальше просто продолжал поддерживать должный уровень жизни.